Он ведьмак, он знает, гнет истину один найдет. И чудовищ всех он за день лишь убьет. Прохождение смотри, вместе с Жека ведьмака пройди. Всем ни бага, ни лага, с вами я, Жек, и мы продолжаем играть за Witcher. Ведьмачище просто офигенская игра. Не устану это повторять. Беловолосый Геральт из Ривии, вечно сражающийся за истинную правду. Ну, точнее, ему плевать на всю политику, он лишь бы денежная выгода ему была главной. А куда же мы направляемся? И в этой серии мы будем искать упокоение, точнее, не мы будем искать, а мы позволим упокоиться с миром за деньги, естественно, как ведьмаки это обычно и делают, компаньону некого Деклана Леуардена. По всей видимости, он купец, он богато одет и щедро заплатит нам, когда мы все-таки похороним его компаньона. 200 орденов, 200 орденов, довольно-таки крупненькая сумма за такую, ну, безделушку. Правда, до этого нам пришлось в прошлой серии найти его, так сказать, останки. Хотя я до последнего надеялся, что он нашел проход в Изибу. Но, к сожалению, он его не нашел. Нашел там только смерть от эхинопсов. Гуси. Какой же все-таки здесь живой мир? Это шикарно, люди. Молодость, гадость. Эта шлюха ведьма на меня глаз положила. Глаз положила, и печень, и почку. Слушайте, шикарно просто. Вот действительно, я в экстазе. Вот это, наверное, единственная игра, которая... Нет, не единственная, уже соврал. У меня таких несколько есть, которые меня в экстаз входят. Так, ну что ж. Преподобный, ты согласишься, чтобы я тут похоронил? Да. Должно быть стыдно. Нет, с чего? Они станут седовласыми. Ну, не обязательно. Седые волосы — это же не признак ведьмачества. Признак ведьмачества — это желтые глаза, такие, знаете, кошачьи глаза. Не позволяют нам видеть в темноте. Мальчик, ты что? Какой-то огромный и страшный. Ну, я огромный, но не такой же страшный. Ладненько, преподобный. Говори быстро! Это уже не актуально после 50-го раза. Да. Я бы хотел похоронить человека в склепе под церковью. Но это невозможно! Почему? Но... Вечный огонь! Ты что, недоумок? Склеп под церковью — почетное место! Ты думаешь, кто угодно может притащить труп и требовать похоронить его там? Да. Что я могу сделать? Послужи вечному огню, грешник! Грех поглощает мир! Посему отнеси огонь в часовни, и я дам тебе разрешение похоронить твоего мертвеца в склепе. Что ж, тогда нам остается только такой вариант. Что это? Смотрите, если по квесту пройтись, то у нас квест часовни, а как бы он не основной, да? А вот профессор. Угу, вот. Я должен ночью обойти 5 часовен и зажечь их в них огонь. Вот. И дело в том, что... Отметим, короче. Вот они все зажглись. Дело в том, что сейчас день, и мне кажется, вариант таков будет лучше, чтобы я отправился, к примеру, к Эбигейл, да? И переспал у нее. Потому что я поблизости, ну, или Эбигейл, или постоялый двор. Разницы, впрочем, абсолютно никакой нет. Что там 5 златых я заплачу. В прошлой серии вы могли наблюдать, мы учились играть в кости, и вскоре нам надо будет поиграть с разными жителями именно этой окрестности, дабы 3 раза выиграть, дабы набрать некую популярность в играх. Ну, это квест, он нужен. Он нужен, его нужно выполнить. Не особо люблю азартные игры, но...
Ну что ж поделаешь, особенно в игре. Не люблю реализацию игр в играх, да? Так сказать, да? Ну, это как будто Тетрис ставить в кризис. То есть, ну зачем? Ну ладно. Чтобы было бы интереснее, чтобы настолько погрузиться в атмосферу. Возможно. Возможно. Дети бегают. Не, слушайте, шикарно. Я в такие игры не играю. В какие ты игры не играешь? Хорроры? Я тоже в хорроры не играю. Я очковый парень. Не люблю хорроры. Ну что ж, Эбигейл. Мне твоя компания более приятная, чем кметы. Так что я у тебя тут пересплю. И дело в том, что я, скорее всего, отправлюсь к этому храму, а потом все вот так пять обойду. Потому что если я вот так вот, ну, не столько времени потрачу. Скорее всего, к этому, а потом у тебя пять. Как раз закончу возле преподобного. Да? Да. Я тоже думаю, это гениально. Ладненько. Эбигейл. Чего ты хочешь? Переспать. Кстати, мы можем поалхимничать, да? Глаз Химеры. Это что, что он делает, Глаз Химеры? Можно мне... Не, не хочу. Белая чайка, подожди. Белая чайка. Галлюциноген. Понятно, не хочу. Видеть в полной темноте. Вот это интересно, кстати. Давайте смешаем. Вот. Ласточка. Давайте одну смешаем. Пригодится. Или значительно повышает регенерацию энергии. Энергия, да? Энергия. Ну, можно, но не особо надо. Так, мы на ночь. Вот, можно, можно как-то ее? Вот, да. Да, вот так вот. Солнце взойдет. Так, все, хватит, да? Хватит, все. Спим. Геральт. Классно, он спит, слушайте. А что, место занимать, да, лежа, если можно встать? Сундук, старый сундук. О, что это? Введение в магию. Надо будет потом прочесть. О, еще шаль. Что, Альвин, привет. Фигурка человека. Интересно, для чего она? Фигурка человека, кукла. Кажется, что это какое-то подобие человека, сделанное из палки и воска. Интересно, зачем это ведьме? Действительно, зачем ведьме кукла Вуду? Вау, это то же самое, что спросить, зачем повару нож? Ну, это так надо. Вот, шикарно. Ночь, да, наступила? Да, наступила ночь. Давайте выпьем наши зелки, которые позволят нам, ну, видеть в этой минуте. О, смотрите, у нас уже трясется жетон, медальон, скажем так, да. Он сигнализирует, что поблизости есть у нас монстры. И это здорово. Так, это что у нас? Вот это вот дальнейшая история. Это основа алхимии. Против людей. Введение в магию. Книга предназначена для юных учениц искусства. Знакомить читателей с основами магии и ведьмачьих знаков. Открываем. Магия предоставляет собой воплощение хаоса. Она ключ, способные отворить запертые двери, двери, за которыми таятся силы чистого зла, которые в состоянии уничтожить весь мир. Ты все еще не страшишься магии? Все еще хочешь приручить ее, овладеть ею? Знай тогда, что магия — это талант, который дается немногим избранным. Чувствуешь в себе этот талант, хочешь приникнуть к этому источнику, знай, что тебя ждут годы тяжелого труда. Тебе надо будет получить обширное знание и постоянно оттачивать свой разум. Созидательная магия — это не знаки ведьмаков и не ярмарочные фокусы. Магия — это искусство. И когда ты научишься этому искусству, ты обретешь власть над водой, огнем, землей и воздухом. Власть над умами людей. Власть над собой. Обалдеть. Вау. Не, ну на самом деле прикольно.
Так, это у нас есть. Хорошо, что... О, да. Так, нам... это мы прочитали. Мы, кстати, книжечки можно так попродавать, да. Попродавать книжечки. А куда все сделки делают, что я покрафтил? Давайте одну ласточку выпьем. Ух ты ж, ёпты ж. Фок. Фок. Я реально очканул, ребята. Чё-то я в последнее время много очкую. Ну, ничего, это. Это тренировка сфинктера. Ничего, нормально. Так, что такое? Так. И ты, этот парень Ниша мне не нравится, он все ходит и ходит постоянно возле этого места. Что это было? А, это обезьянка, это где-то орёт поблизости. Ну, она и дает перцу. Так, часовня. На тебе свечку. Обратно? Никто не родился? Нет, не родился. Обезьянка, слушайте, забавный зверёныш, да? Так, зелки собираем. Зелки, говорю. Всякую всяченьку собираем. Пригодится. Покрафтим что-нибудь. Рюкзак, к сожалению, здесь не бесконечный. И когда я в первый раз играл Ведьмака, там не было такого разделения, как сейчас на отдельно предметы, которые можно пить, допустим, да. И отдельно предметы, которые из которых можно что-то делать, как бы. Вот так вот, скажем. Так, собака, бергест и волк обычный. Так, дай мне голову нужны. Я не знаю, я на самом деле не помню, я сдавал, наверное, Эбигейл. Квест уже, не помню. Пригодятся. А они... Так, нам сюда, да? Бешеная собака. Это не я. А, вот давайте вот так вот, да. Так, теперь вот так вот. И умри, пес! Умри, псина, шакалина. Сколько вас тут? Я до утра хоть справлюсь с вами. А, понятно. Ты у нас типа ловкий, типа такой ловкий, вообще. Прям некуда, в никуда. На тебе, вот так вот. Еще тебе все готов. Следующий. Следующий. Так, подожди, я пробежал один. Вот он. Ё-моё, чуть-чуть было не было. Давай, ложи. Зажги огонь, и огонь отпугнет монстров. Ну да. Неужели они действительно думают, что... Преподобные думают, что огонь какой-то... Это же не средневековье, там, где мы могли, да... Мы могли, ну не мы, а наши пра-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 пра деды. Хотя хозяйками в доме считались женщины, ибо они держали очаг непогасшим, скажем так вот. Хотя в некоторых семьях и до сих пор считают женщин главой семьи. Я не говорю, что это плохо, но я и не говорю, что это хорошо. Я нейтрально к этому отношусь. Так, пес уйди. Но у нас сейчас на самом деле речь не об этом, да, у нас речь вообще... Как дошло до этого? Дошло до этого тем, что... Он что, ловкий, что ли? Я ничего не понял. А, наоборот. Ты будешь бить или да? Смотрите, у него не бьют. Баг игры. Все. А, еще один. Вот, да. Я думал, просто ты умер. Ты сможешь умереть? Всё, умер. Замечательно. Нам осталось всего ничего, всего парочку. Где карта? Я не вижу карты. Всего два фонарика зажечь, и все будет чики-пуки. Ну, как считают преподобные, по крайней мере. Я-то сомневаюсь. Скорее всего, мне придется с тем огненным песиком-то сражаться. И это... Я предчувствую, знаете, некую опаску над ним, перед ним. Где? А, это обычный пес. Слушайте, смотрите, как он лает. Люди, ночь идет, псы тут появляются, бергесты эти, а вы тут ходите. Умри, пседа. Он ожительно.
На жителя напал. Не дам в обиду. Может, ты мне денег за это дашь? Так, а, да, общий бой. Понеслась, ребятки. Ни-ха. Ох, я размочарил его еще в хламье. Так. И еще один остался, да? Может, пособираем? Головы там. А, головы просто так собираются. Ну, я не знаю, может, продать их можно будет. Ценный предмет. О, смотрите. Эктоплазма. Алхимический предмет содержит следующие элементы. Гидроген и альбедо. Ё-моё, альбедо. Да, слушайте, такие названия прикольные. Прикольно, что я такая бестолочь, что не могу даже догадаться, что это такое альбедо. Я знаю, что это что такое либидо. А, альбедо не в курсах. Google в помощь, как говорится, да? Ну, к сожалению, Ведьмака не встроили Google поисковик. А, слушайте, прикольно было, да? Это Ведьмак типа входит в транс себя и такой в Google. Пробил, чё тебе кому. Так, вот это последний, да? А, там вот. Вот, сейчас этого убью. Ты не нападешь на добрых жителей. С вилами. Слушайте, как здорово. Атмосфера реальная. Он одного убил. Офигеть. Смотрите. Слушай, извини, парниш, я не успел. Я хотел, но не успел. Ой, я тебя буду дать ногу. Что не делать, так лучшему. Ты сдох, но ты нам дал 4. Арена. Или Орена. Арена. Или Орен. Неважно. 4 деньги. Скажем так. Так. Да ты мне дашь, бляха-муха, зажечь последний огонь. Ого, их тут много. Смотрите, сколько их вообще налетели. Но они все на этих пошли. Я иду помочь. Милиция! Милиция! Обычно, знаете, зовут на помощь милицию. А это я прибежал на помощь милиции. Ой, а он валяется, смотрите. А тут его типа дубасит. Обалдеть, двое из милиции умерло. Ладно, часовня. И последний. Все, квест. Зажгите. Оп, ты куда делся? Иди сюда. Ты просто так не уйдешь от меня. Иди сюда. Ну, нет, так нет. На нет и сюда нет, как говорится. Так, преподобный, где ты можешь вообще? Ты, скорее всего, у себя дома, да? Обалдеть. А, я думал, ты житель. Побешеный собак был. Так, понятно. Ты типа ловкий у нас такой, да? И на тебе. Так, преподобный. Преподобный. Надо торопиться. Я не хочу тебя бить, кузнец. Я хочу с тобой поговорить. А, вот, все. Преподобный. Я иду к тебе домой. Интересно, у тебя переночевать-то можно? Я хочу, чтобы ты похоронил бедолагу. Преподобный, вставай. Говори быстро. Но это уже не смешно. Я отнес вечный огонь во все часовни. Ага. Ты лжешь. Зверь все еще преследует нас. Ну так я ж говорил. Я говорил тебе, что это не сработает. Конечно. Где моя плата? Ах да, твоя плата. Моя плата. Должно быть проклятие. Только высовывает плату, знаете, реально плату. Ну, вы поняли, нет, да, компьютер? Нет сомнений, что причина — это ведьма, Абигайл. Да не она это. Она злая женщина. Ведьма? Может быть, она сможет рассказать нам больше? Ты хочешь связаться с этой безбожной шлёндрой? Это она натравила на нас зверя и все прочие бедствия тоже. Конечно. Возможно. Но все равно я хочу сперва с ней поговорить. Ты уже говорил, ведьма. Мы должны узнать, откуда пришел зверь. Узнай правду и возвращайся ко мне. Так и сделаю. За 300 воинов. Бедная община. Могу предложить только 200. 250. Пусть так. Ну, торговаться вообще не умеешь. Подожди. Я должен посетить ведьму, я знаю. Говори быстро. Ты не хочешь взять ее? А ты не хочешь взять у меня... Вот говносос. Извиняюсь, конечно, но он реально говносос. Ладно, давайте до утра поспим. Я должен посетить ведьму.
И на этом, наверное, закончим серию. Она будет такая не особо длинная, но тем не менее. Так, назад. Может, поалхимичим? Чё мы можем? Ласточку. Давай сделай еще ласточку. И еще сделаю ласточку. Она регенерацию неплохо дает. Так, и до утра. И на этом закончим, наверное, нашу серию. Мы наконец-то расставили все свечки. Все свечки расставили. Хотя я знал, что это будет не актуально. А если вам понравилось, то, конечно же, подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим лайки. А всем удачи, до скорого и Геральт.